Всем привет, вы на канале Владку, и как мы обещали, показываем вам, что наше пасхальное дерево. Вот такое чудное дерево у нас в этом году. Там... Рассказывай, как мы его делали. Берем красивую вазу, да, или кувшин. Вот такой кувшин мы красивый взяли. Насыпаем в него большие камни. На дно укладываем крупные тяжелые камни. Кладем... Фиксируем эту веточку ими. У нас в данном случае кучерявая ива. В этом году у нас кучерявая ива. И засыпаем уже потом декоративными вот такими, как вот здесь у кролика, камешками. И усаживаем вот такого милого цыпленка с божьими коровками. У него там розовое яичко, если видите, сейчас покажу. Вот. И что дальше делаем? На крону. Что мы делаем, Владик? На крону. Привязываем. Цепля. Яички такие декоративные. И вешаем что? Серпантин. Серпантин из фетра. Вот такую корзинку можно сделать при помощи фетра. А зайчика? Да. Бомбончик и фетр. Да, морковка у него из фетра, глазки из бусинок, ушки тоже из фетра. Из фетра сделаны также цветочки. Голова и тело у него сделаны из помпончиков. Так я вижу. Да, и вот точно такой же малыш цыпленочек. Из помпона огромного. Да, такой красивый и декорирован фетром. Из фетра сделаны цветочки. Вот там вот есть даже гнездо с яичками, видите? Да. Вот здесь вот красивое яичко с первоцветными цветочками разными. Красивым. А еще у меня есть такое зеленое яйцо. Да, это украшение, можно его вешать на шею. Покажи, как оно одевается, Владюш. И вот тоже вот такое вот пасхальное украшение. Сюда оно немножко не подходит по цвету, но у нас есть вышиваночка. Есть побольше, есть поменьше. Да, но у нас есть вышиваночка какого цвета? Есть разных цветов. У нас есть вышиваночка зеленого цвета. И вот как раз к ней очень хорошо, что? Подходит. Подходит. Это яичко. Это яичко. А вот наша замечательная композиция. Можно повесить это яйцо на нее. Пасхальное вот такое деревце у нас, да, Владюш? Да. Если понравилось наше пасхальное видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал Владку. Всем пока. Пока-пока.